Минимум 300 кровель будут ежегодно ремонтироваться в регионе в рамках региональной программы капремонта, а в целом ремонт пройдет в нескольких сотнях домов региона. Об этом стало известно в ходе одной из комиссионных приемок домов после капитального ремонта в Нижнем Новгороде. Раньше эти дома по улице Планетной отличала только буквы литера в адресе. Теперь, благодаря программе капремонта, жители дома 10Б на долгие десятилетия простились с кровельными проблемами. Была полностью заменена решетка на новую. Обработано огнебиозащитным составом, был проведен монтаж гидроизоляции и кровли, кровельного покрытия, профнастил очень качественный, НС-3507, то есть как долговечный, хватит его надолго. Я вытащила счастливый билет, потому что у нас крыша текла на протяжении долгих лет. Вы знаете, у нас даже потолок подъезда провалился. Работа длилась, наверное, на протяжении месяца полтора. Результатом я считаю, что очень довольна. Только на улице Планетной в Сормском районе Нижнего Новгорода о проблемах с кровлей уже забыли жители 18 домов. Подрядчик в качестве работ уверен и гарантирует, что крыши простоят без повреждений еще долгие годы. Работа по нашему Сормскому договору началась у нас в августе месяце. Вот всего 18 объектов по Сормскому району. Работы на данном доме были проведены срок где-то месяца полтора, мы его закрыли достаточно быстро. В целом остается у нас еще около 5 домов, но там мелкие недочеты, то есть как мы их готовы уже сдать фонду. Гарантийное обязательство в рамках договора у нас там около 5 лет, но фактически она предстоит лет 50 как минимум. В фонде капремонта подчеркнули, что жители стали лучше платить за капремонт, а значит снижать темпы работ точно не будут. За последний месяц собираемость составила 85%. Это достаточно высокий уровень. Мы сегодня можем говорить о том, что собираемость по взносам приблизилась к уровню собираемости на жилищно-коммунальные услуги. И объем региональной программы останется примерно на таком же уровне, то есть порядка 350 крыш ежегодно будет ремонтировать фонд капитального ремонта. Вместе с тем, в соответствии с краткосрочным планом, в уходящем году запланирован ремонт более 1000 многоквартирных домов, из которых 900 будут отремонтированы региональным оператором, остальные за счет средств собственников, которые накапливают деньги на спецсчетах.